Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Каллисто. Первоначально, возможно, одно из имен Артемиды, чьим воплощением считалась медведица. По крайней мере, в Аттике, где юные девушки изображали медведиц во время празднества, посвященного Артемиде. Каллисто – аркадская богиня или нимфа. В более поздних легендах ее соблазнил Зевс, явившийся в образе Аполлона. Она родила ему сына Аркаса, прародителя жителей Аркадии. Артемида или Гера из ревности превратила ее в медведицу и застрелила из лука. По другой версии, она пала от руки собственного сына. Зевс превратил Каллисто в созвездие Большой Медведицы, а Аркас стал звездой Арктур. Художники Ренессанса знали легенду о Каллисто благодаря Овидию. Тициан, Рубенс, Тьеполо, Тишбейн-старший оставили нам живописные версии этого мифа. Пока-пока, до свидания. Ну вот так вкратце у Каллисто. Первоначально, возможно, одно из имен Артемиды. Пока-пока, до свидания.